Всем, ребят, привет! Сегодня у меня очередной выпуск. Выпуск, я не знаю, как у нас получится. Очень пасмурно, очень хмуро. Ехали, шел дождик. Я приехал в любимую деревню в гости. Позвал Дмитрия. Дмитрий настраивает прибор. И сегодня хотим небольшой участок зашурфить. А здесь в свое время, когда у меня было свободное время в гостях, пару раз я ковырнул, достал здесь несколько советиков, пару цариков. И так как сейчас выехать у нас нет возможности куда-нибудь в глушь, потому что после дождя хрен знает, проедешь или нет, решили продолжить шурфить и посмотрим, что у нас из этого выйдет. С находками, я вас уверяю, будут, но довольно-таки интересных, к сожалению, наверное, все же нет. Но хочу заинтриговать то, что здесь, наверное, метрах 500 отсюда местный житель, идя по дороге после дождя, грязь, слякоть, что-то проблеснуло на дорожке, он не побрезговал, поднял 5 рублей николаевские. Так что может и золотишко выпасть. Так что смотрим мой видеоканал. Может быть, когда-нибудь очередная мечта, как в прошлых видео было, сбылась моя мечта, поднял я стекло царское. В общем, вот такой видос мне очень-очень понравился. Это мои лучшие шурфы были за все время. Так что, если интересно, загляните на предыдущие видеоролики и порадуйтесь вместе со мной. Так что смотрим. Находки будут, вы об этом узнаете. Итак, ребят, у нас начался дождь. Ну, такой мелкий, знаете, терпимо, копать еще можно. У меня первая находка, пришлось за камерой сходить в машину. Вот, сделали пару штуков лопаты. И первая же монета. И получается у нас царская монета. Копеечка. Одна копейка 1902 года. Вот такая вот монетка. Немного затертая. Но пойдет. Пойдет. Первый царь, это очень-очень хорошо. Первый выскочил царь. Вот здесь вот я в свое время зашурфился. Вот сейчас снова приехали и решил немножко распахать здесь. Ну ладно, ладно, посмотрим, как у нас получится с находками. Смотрим. Итак, ребята, наконец-то и у Дмитрия находка. Находка царская. 2 копейки, 1900 какой-то год. Вот такая вот монетка. Наверное, 901. Сейчас глянем. 904. 904 год. Зачетно. 904 у меня, в принципе, нет. Сейчас гляну по каталогу, как она у нас вообще может озвучить цену. Продолжаем. Это вот Дмитрий ямку небольшую раскопал. И вон там ямка уже моя. Копаем рядышком. Продолжаем. Итак, ребята, буквально только что хвастался дмитриевской находкой, двушкой. Выкопал два совка, именно два. И начал прозванивать, и был на аське чистый медный сигнал. Вытаскивал пином гвоздики, но был удивлен тем, что не может быть, чтобы гвоздики сигналили медью, чистой медью. Ну и был прав, выпала двушка. Двушка такая, знаете, приятной толщины, толстенькая. Год. Сказать не могу, сейчас немножко с вашего разрешения ее смочу и скажу. Год у нас 1911. Вот такая вот двушечка. Зачетный такой рельеф, высокий, очень высокая монета. Приятная, приятная находка. Все, лидерство я взял. А то был Дмитрий, у него царская двушка, советская тоже двушка, дадим. И вот, то есть не знаю. И у меня уже две царских монеты. А копаем-то буквально чуть-чуть. Маленькая ямка у Дмитрия.
И маленькая ямка у меня. Все, продолжаем. Результат есть. Так что не зря выехали в дождь, в грязь. Погода у нас, как вы видите, вообще ужасная. Очень хмурится погода. Ну а мы копаем. Итак, ребят, переехали мы на нашу, на мою, вернее, любимую распашечку. Дмитрий тоже заинтересовала она. И решил тоже покопаться здесь. Вот, в принципе, дождик уже немножко стих, но вымокли мы насквозь. И напоследок, под вечер, мы приехали на ту самую распашечку, где улыбалась мне удача. В принципе, находок здесь очень было много. Хорошие, все цари, все разного периода. Самое главное, были большие монеты. И Катины пятаки, и павловские двушки, и трешки серебром. В общем, все здесь, на данном вот участке. И сейчас дождь идет, почву смочил вот на такой уровень. Но все равно проводность металла немножко улучшилась. И думаю, что-нибудь мы здесь сегодня вытащим. Там, в принципе, тоже на шурфе было неплохо. Немножко я его присыпал, но завтра на него уже вернусь. Так что вот получилось примерно вот так вот пока. Ну, я думаю, находки будет. У Дмитрия уже что-то звенит очень здорово. Так что идем и смотрим. Так, ребята, я говорил, что у Дмитрия там что-то звенит. И смотрите, что он поднял. Ну-ка, Дмитрий. Нет, это двушка, наверное. Екатериновск. Ух, какой сохран! Смотрите, ребята, какая 1790 года. Смотрите, какой сохран. Ух ты! Я же говорю, почва промокла и проводность улучшилась. Смотрите, какой сохран. О, коник здесь, в принципе, достойный. Достойная монета. Офигеть! Дмитрий, наверное, все. Доволен. Он думал, Катин пятак, но, к сожалению, немножко меньше достоинством. Пойдет. Классно. Ну, монета вообще в шикарном. Поздравляю, Дмитрий. Спасибо. Прям зачетная монета. Самое главное, смотрите, верховой практически. Офигеть. Так что вот так вот. Только что я вам говорил, Дмитрий, сигнал. И вот он какой сигнал у нас. Первый жигулевский. Ага. Классно? Классно. А я еще не расчехлился, сейчас снова продолжим. Смотрим. Итак, ребята, ну и у меня находка. Ну, находка не такая сенсационная, как у Дмитрия. У меня 15 копеек 57 года рамочник. И он немножко дефектован. Дмитрий у нас еще поднял сейчас перстенек. В конце видео я покажу, что за перстень. А так, продолжаем. Продолжаем. Битых мест не бывает. Только я на этом месте уже четвертый раз. И находки все-таки есть. Смотрим. Итак, ребят, такой нюанс. Смотрите, здесь вот тропинка идет. И тропинка проходит здесь вот через распашку. И подходя к сюда вот мимо, я увидел вот что, смотрите. Вот она лежит. Я ее даже не трогал. Не знаю, что это такое. Позвал Дмитрия. И визуально монетка. Смотрим, что это за монета. Так, монетка. Монетка. Это явно царская. Так, что за монета? А, ну, образец Николаевского. Двушка. Вот такая вот монетка. Визуально. Когда ходите с прибором, смотрите по сторонам. Можете найти интересные находки без прибора. Ладно, ладно, продолжаем. Интересный вот такой вот момент, сюжет. Смотрим. Итак, ребята, Дмитрий убежал в травку. Дождик и увидел. Он еще не зевензит. Вот. Да, это Елизавета, а не Екатерина. Елизавета. Копеечка. Елизавета. Классно. Вот Диману фортануло. И двушечку Катину. И вот такую вот Елизавету. Обалденно.
Блин, вот прет. Вот человеку прет. Избивай. Смотрим. Прет Диману одному. Фартануло, так фартанет еще. Смотрим. Итак, ребята, Дмитрий остался на том поле. Я перебежал вот на это. И у меня буквально отошел я... Сколько? Ну, метров, наверное, 15. И у меня сигнальчик был здоровский. И это у меня монета. И вместе с вами сейчас будем смотреть, что это за монета. Царская, советская или все-таки ходячка. Потому что здесь невозможно угадать. Потому что пакетик я натянул на приборчик. Как вы видите. Вот. Чтобы не замок. И вот она монета. И смотрим, что это за монета. О, это Александр. Александр II. Судя по всему, копеечка. Как вы видите, вензеля проглядывается. А с другой стороны пока ничего не видно. Вот такая вот монетка. Ну, все равно приятно. Забираем. Александр II отправляется к нам в карман, а потом чистка и коллекция. Смотрим дальше. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков. Итак, ребят, подошла к Диману. У Димана сигнал был. И это у нас, смотрите, что, если кто зрячий, может углядеть. Это у нас серебро. Причем не билончик, а царский 1879 года. Билоны царские пошли где-то в период Николая. А это, наверное, все-таки чистое серебро, 900-я проба. Хотя могу ошибаться, если кто-то в курсе этого вопроса, отпишитесь. Буду знать, с какого года у нас билончики пошли. Вот такой зачетный хэппендосик, 15 копеек. Серебряная. Ну все, Диман сегодня чемпион, вообще чемпион. Продолжаем. Дмитрий говорит, уже надо собираться. Но я думаю, еще, наверное, минут 15 можно погулять, пока позволяет световой день. Но дождик, конечно, нас не пугает. Вымокли полностью, насквозь. Еще по монете, я думаю, подымем. И закончим на сегодня видеокоп. Ну, смотрим, ждем окончания нашего сюжета и смотрим, что можно в дождь поднять на битых полях, где уже много-много раз ходили. И все же после дождя, как вы видите, вылетает серебро, как в данном случае у нас выпало у Дмитрия. Ну ладно, ладно, посмотрим, ждем. Итак, ребята, из глубины, из такой вот глубокой, в принципе, ямки, был сигнал хороший, я его решил додолбить. И додолбил. Это у нас копеечка царская. Год, к сожалению, сказать не смогу. Вот такая монетка. Блин, вот сейчас вот ходишь, темно, а на камере как-то передается, что светло так. Уже фонари горят, машины со включенными фарами. А камера здорово передает. То есть, что еще светло. А на самом деле уже как бы сумерки. Ладно. Я поднял монету. Мне может закругляться. А Дмитрий еще нет. Так что ему еще надо продолжать. Смотрим. Смотрим на Дмитрия, как он выкопает у нас монету. Да, Дмитрий? Я монету поднял. Ты теперь должен, и мы будем собираться. Все. Все, Дмитрий сказал, так и будет. Сейчас он подымет. Смотрим. Итак, ребята, Дмитрий у нас поднял капусту.
можно возвращаться, но он не хочет. Здесь вот у меня в этой ямке был хороший сигнал, думал серебро, потом хлоп, пропал сигнал, но он был устойчивый. На макрорейсер он показал 96 и все время 96-94. Я уж думал серебро или что-то в этом роде. Потом хлоп пропал, и я снова выковырил, и выпал вот такая круглая монетка. К сожалению, сказать, что не могу. По размеру, наверное, что-то в этом роде трешки. Блин, совсем расплывается из-за того, что у нас уже сумерки. И что это у нас? А что это? Ну-ка, стоп, ребята, стоп. Сейчас включусь, может быть. Не так, ребят, нет. Мне показалось вот эти вот точечки такие вот белого цвета. Я думал серебро. Но разглядел, вот у нас капуста 2 копейки. Вот такая вот монетка. Блин, дождь. Темнота, и все размывается, такой эффект размытый. Ну ладно, я думаю, пойдет. Вот такая вот. Появился небольшой фокус. Вот такая вот двушечка. Ладно. Идем, смотрим дальше. Итак, ребята, все, идем к машинам, где я капусту только что поднял в этой ямке. Выпала еще одна монета. Вот она. Судя по размеру, это, наверное, копеечка царская. Но, к сожалению, вам показать, что за монета, не смогу. Уже темно. Ладно, сейчас попробую обзор в машине сделать при помощи фонарика. Все, идем. А вы ждите обзора. Смотрим. Итак, ребят, буду заканчивать свой видеокоп именно обзором находки. Сегодня Дмитрий просто в ударе. Находки у него просто... зашибись тем, что у него все цари разные. То есть Катя, Лиза, Александр, Анна Ивановна и Николай. Все по одной монете. Ну, все практически цари. Ну, я взял немножко количеством. Ну, а сейчас то самое количество. Соседям на монете. Ну, по количеству, ребят, вот так вот. Какая-то хреновина медная звенела. Я взял, темно было. Пулька 2 копеечки, капуста 2 копейки, николаевский образец, копеечка Александр II, копеечка Александр II, николаевский образец, это у нас Николай копейка, затесалась даже ходячка, советики 2 пятнашки, щитовичок и рамочник, и двушечка 40-го года. Ну а Димана вообще шикардос сегодня. Поднял крест обычный, нательный, кольцо обручальное. Вот такой вот зачетный перстень. Женский, судя по размеру. Но здесь вот имеется такой образ, возможно, даже какой-то образ святого или ангел. Ну, видно силуэт человека и крылья по бокам. Затем советик, это неинтересно. Советик неинтересно. Затем вот такой вот шикарный, вообще зачетный монетосик. Это у нас двушка екатериновская 1790 года. Вообще классная. Потом царица полей. Тереть не будем. Дальше у нас вот такая вот классная Елизавета. Наверное, все-таки копеечка. Классная двушечка, николаевский образец. Вот такая даже Анна Ивановна деньга 1730 года. Не знаю, может быть, еще год и образ редкий, возможно, но это чистка. И серебро. Как же под дождем и без серебра. Вот такая серебруха 1879 года, 15 копеек. Вообще зачет. В дождь и без серебра это невозможно. Ну и все. Вот так вот получилось у нас сегодня. Неплохо. Ну а сейчас все. Пока и удачи.